мою маму, бабушку, всех родных с наступающим 8 марта, всех женщин, девушек, с этим чудесным праздником. Я хочу передать привет всем своим близким, моему мужу и пожелать всем хорошего весеннего настроения, счастья, любви. Хотел бы поздравить своих учителей, одноклассниц с 8 марта и свою маму, бабушку и всех своих родных там, девушек там, к примеру. Поздравляю 8 марта всех женщин Саров. В первую очередь, конечно, моих близких. Желаю здоровья, счастья, любви, весеннего настроения и своих, и своим, и любимых внученьки, две внученьки. Здоровья, любви, счастья, здоровья. Самое главное – здоровье, весеннего настроения хорошее. Всего доброго и городу всему. Всех с наступающим праздником 8 марта. Всем девушек цветов, улыбок, хорошего настроения. Здравствуйте, уважаемые горожане. Мы живем в чудесном городе, в городе науки. И город у нас очень красивый, просто замечательный. У меня недавно была в гостях сестра из Москвы. В общем-то, родом она с Тамбовщины, но уже давно живет в Москве. Она была просто в восхищении. Я хочу поздравить всех россиян с наступлением весны и с приближающим праздником 8 марта всех женщин России. Пожелать им всего самого-самого доброго, самое главное – здоровья и успехов во всем. Хочу поздравить всех дам нашего города с наступающим, самым лучшим праздником 8 марта. Оставайтесь такими же красивыми, такими же счастливыми. Всего самого наилучшего. Хочу всех женщин и девушек поздравить с приближающимся праздником 8 марта. Пожелать, чтобы главное счастье и здоровье было. Хочу это поздравить от своего имени, своих родных, близких, жену, детей, внука Дениса, его мать Наташу, подруг моей супруги Ларису и Валентину.